Всем привет, с вами сайт Dota2.ru и я Сёдзе. И это третий выпуск How to Jungle. И сегодня мы с вами научимся фармить лес за Crystal Maiden. И снова вы можете удивиться, как такая хрупкая леди может качаться в лесу при своем количестве здоровья и прочих факторов. Но благодаря ее скиллам и паре фокусов у вас все получится. Для начала вам понадобится топорик Quelling Blade, с помощью которого вы рубите деревья вот таким вот образом для слабого и среднего лагеря нейтралов. На 51 секунде делаем отвод слабого и одновременно сильного лагеря и нейтралов и бежим бить лагерь со средними крипами. В дальнейшем мы будем фармить средний лагерь с высоты. Таким образом, крипы не смогут нас доставать и, добегая до нас, будут возвращаться. На самого сильного крипа используем вторую способность, остальных просто бьем с руки. На 1 минуте 51 секунде снова делаем двойной отвод, но теперь бьем первый лагерь первой способностью. И снова идем бить средний лагерь крипов. К вам уже должен бежать ботл, курьере. Тут вам могут попасться големы, на них не действует вторая способность, и вы не успеете убить двух до следующего отвода. На 2 минуте 51 секунде снова делаем двойной отвод через первую способность и удары с руки. Не забываем носить курьером ботл до базы и обратно, чтобы у вас всегда была мана. На 3 уровне вы можете прокачать 3 способность, чтобы повысить регенерацию маны как у союзников, так и у себя. На 4-5 уровне снова прокачиваем первую способность, чтобы наконец-то убить накопившиеся лагеря слабых нейтралов. К 6 уровню курьер должен принести вам смоук, и у вас должно хватить маны на первую способность и ульту. С помощью этих скиллов и смоука убиваем накопившиеся лагеря сильных нейтралов. Чем лучше вы отводили, тем больше опыта и денег вы получите. На 10 минуте вы получите примерно 2000 золота и 8 уровень. Все зависит от того, какие крипы будут вам попадаться и насколько хорошо вы делали отходы. Это неплохой способ пофаниться и попробовать что-нибудь новенькое в пабе, или же это пойдет на тот случай, если даже у вашего кэрри уже есть саппорт на верхней линии, а на низ вы идти не хотите, чтобы не умирать там. Ставьте лайки, ведь только от них зависит выход новой серии, а также смотрите предыдущие выпуски How to Jungle. На этом все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на сайт и нашу группу ВКонтакте. А также приобретайте товары в нашем магазине игровых девайсов. До скорых встреч!